Правильно, мы смотрели мод. Сегодня у нас новогодний Beyblade турнир 2022, 16-я часть, 4-й тур. Я посчитал, и получается так, то, что боев тут 14. Сейчас сыграет половина, и останется 7 боев. И меня это смущает, это не четное число. Так что, наверное, каком-то из боев я выберу, кто проиграет. Ему будет шанс выпасть, ну, выпадет шанс сыграть еще раз. Но я начинаю. Цайклон и Фониус. Бой, конечно, нечестный, но ладно. Я Цайклон буду запускать славу лаунчера, а Фониус и Сигал. Ну и, конечно же, Кровору выиграл. Молодец. Вот он, как того выиграл. Или кто выиграл? Подожди, или Фониус выиграл? Как того? Динамит Берила, High Mod System. Сейчас. Против Dangerous. Ой, против. Опа! Так, это Динамайта! Бомба! Мы снимаем S-Gear, потому что он, по-моему, только ему мешает сейчас. И он не снимается почему-то. Ах, блин, реально, он почти не хочет сниматься. Опа, есть, все, хаймод. Вот. Ах, стоп, а кто выиграл? Ребят, извините, я отвлекся. Блин, а кто выиграл? Давайте еще. Так, 1-1 счет. Белиал победил. Ребят, я правда отвлекся, что-то не знаю, что-то меня отвлекло. Мои коты там что-то бегают и меня отвлекло. Немезис и Реквием. Ничья. Ха-ха-ха. Интересненько, интересненько.
да? Баста! Первый взорвал с реквием! Немец взорвал реквием. Прощай, реквием. Дранзер F против Карбин. Карбин. Знаешь, мне как-то жалко Реквиема, да я ему дам шанс сходиться с Гарудой. Мне кажется, вы согласитесь, ну, вы будете со мной согласны, что я дам шанс Реквиему, потому что Реквием это легендарный бой. Это ж Б-100, это бей Б-100. 100-й бой. И победил Кербик. Кербик! А, подожди, две, по-моему, две победы Кербикса было, да? Ну, давай еще. Я что-то как-то запутался. Все, Кербик точно нужно. Кербик победил. Если вы удивляетесь, наверное, почему я назову Кербиком его. Не знаю, как он звучит так прикольно. Короче, блин, теперь не хочется окручиваться. Гаруда и Реквием. Второй шанс. Знаете, была бы моя воля, я бы дал шанс Найтмар Лонгвинсу. Но вы знаете, как я обожаю Лонгвинс. Найтмар, особенно. S-гир. Я хочу что-то сказать, я хочу себе заполучить уже F-гир, V-гир и L-гир. L-гир, V-гир и F-гир. Хочу их заполучить уже, свою коллекцию. И взять максимум Абелиал. Эсгир. Гору. Слушай. Реквием проиграл. Сколько? Так, сейчас у нас Арчер Геркулес. Я не знаю, как взять, Ректобор против Геркулеса или все-таки... Да, он выиграл, все, молодец. Или все же сделать Геркулес против какого-то... Короче, вот такая битва. Геркулес выиграл. А-а-а. Теперь счет 1-1, да, у нас? Если я все помню правильно. Вау! Вы бачили! А, блин, не знаю, как считать за победу. Я просто случайно плохой запуск был. Давайте-ка я еще вот это просто сделаю. Геркулес! Ляк-наляк! Давайте. У нас останется. А может, все-таки надо было сделать так, то что
Блин, ну нахуй мне надо было понадобиться. Рактовар выжил. Блин, я вас не понимаю. Ага. Стоп, ну я сделал битвы. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, 7 победителей все равно получается. А-а-а, теперь я понял, как надо сделать. 7 победителей все равно есть, но... Надо будет еще один бой после. Да, короче, сюда надо добавить еще одного бойца. Короче, в погоду. А давайте так. Фафнер и Рек эти два не будут сражаться сегодня, а пройдут дальше. Вот, теперь вот эти бойцы проходят тоже дальше. И тогда делаем так. Вот сейчас будет 4 битвы, и тогда все, да. На этом я все, я решу проблему. Увидите эту битву уже в следующий раз. С вами был Антон Лимон. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Скоро финал.